Черт! Вы в порядке? Что, черт возьми, с ней произошло? Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами, как всегда, Кин, и сегодня мы отправимся в Исландию. Катла. Вот уже как год маленький городок Викс с оставшимися в нем крупицами населения выживает при извергающемся вулкане Катла. Но не погода и постоянный осадок пепла не самая жуткая, с чем приходится столкнуться жителям, так как из ниоткуда появляется голая, покрытая пеплом девушка. Что? Там человек? Ну и еще более странным ее появление делает то, что она является более молодым двойником, живущей в соседнем городке девушки, когда-то в молодости жившей и работающей Вики. Меня зовут Гунхильда. Здравствуйте. Я тоже Гунхильда. Но и на этом череда загадок не заканчивается. И также из ниоткуда появляется снова же покрытая пеплом другая девушка, пропавшая без вести. Сестра одной из жительниц Вика. Но и она, как не трудно было догадаться, не последний посланник, который посетит Вик. А вот кто они такие? Путешественники во времени, клоны или может пришельцы? Вам предстоит узнать, посетив таинственный вулкан. Катла. Эх. Леонардо, киберсталкер, Дэш и Лили, жить. И вот теперь еще и Катла. Опять, опять, опять я делаю обзор на сериал, про который, скорее всего, никто ни хера не слышал. А следовательно, и просмотров, скорее всего, опять не будет. Да, ничему меня жизнь не учит. Нет, чтоб про какого-нибудь Локи рассказывать. Я опять рассказываю про никому неизвестный сериал. Поэтому я сразу забегу наперед и попрошу поставить лайк и оставить любой комментарий, чтобы хотя бы этот обзор не утонул. Но вернемся к сериалу, о котором, признаюсь честно, я и сам ничего не знал, пока не наткнулся на отзыв, а оттуда откуда как говорится не ждали. Сам гений сравнил его со своей игрой. И я говорю про Хидео Кадзиму. Я закончил смотреть Godzilla. Сингулярности, а поэтому решил посмотреть Катла драму, которая, как мне показалось после трейлера, похожа на Death Stranding. И схожесть явно проглядывается. Может и не в сюжетном плане, но в плане атмосферы точно. Но не Death Stranding едины. Катла своей подачей уж больно напоминает тьму. С таким же депрессивным меланхоличным тоном. Только без мозговыносящих хитросплетений времени. Подача тут более линейна. И за основу взята более простая идея. Идея о наших сожалениях и утратах. И благодаря небольшому числу персонажей и раскрытию их глубоких волнений за этим интересно наблюдать. Но не несмотря на это, я не удивлюсь вообще ни разом, если кто-то посчитает сериал скукотищей. Признаюсь, я в прямом смысле слова уснул на пятой серии. Но потом проснулся и вернулся к просмотру. Несмотря на наличие фантастической составляющей, сериал огромную часть времени уделяет диалогам. И как раз таки раскрытию персонажей. Поэтому на какую-то динамичность и уж тем более экшон не стоит рассчитывать от слова совсем. Сериал этим не балует. А вот чем он балует, так это постапокалиптическая атмосфера заброшенного городка. Медленно уходящего под пепел Да, атмосфера в сериале благодаря мрачным, чуть ли не чернобелым тонам Ледникам, грязи и снова же падающему пеплу Настолько же завораживает, насколько и пугает И ведь для нас это всего лишь сериал А для жителей Исландии взгляд в возможное будущее Так как реальный вулкан Катла с 2018 года считается проснувшимся А его активность тесно связана с небезызвестным Эйяфладля... фладля Эйяфладля... Эй, Фля-фля-фля-фля-фля фладла... эй, фладла... Эй, я фладр... Эйф, я кюдлем. Теперь что касательно технических моментов. Касательно визуала, я уже сказал. Вас ждут атмосферные мрачные пейзажи Исландии. Завораживающие, но холодные и отталкивающие. По музыке знакомых композиций вы здесь вряд ли услышите, так как сериал пропитан струнной музыкой, работающей на поддержание атмосферы. Да, 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 все в этом сериале работает на поддержании его атмосферы. Что до актеров, то, пожалуй, самое известное из всех присутствующих имя Вальтер Скарсгард. Да, да, еще один из читы Стеллана Скарсгарда. Касательно остальных, я не узнал никого. Но не судите раньше времени. То, что в сериале нет особо громких имен, еще не говорит о том, что те, кто есть, плохие актеры. Очень даже наоборот. Ну и подытожим. Катлан, новый неанглоязычный проект от Netflix, пропитанный дичайшей атмосферой депрессии и меланхолии, познакомит нас с новым городом и новыми людьми. Сожалеющими о том или ином выборе и столкнувшимися с возможностью свой выбор переосмыслить. Даже немного обидно, что такой годный проект вышел настолько незаметно, что когда я вбивал название в Google, то он несколько раз выкидывал меня на какого-то каталу, а не катлу. Но само собой, как бы я ни расхваливал проект, он далеко не для всех. И, например, если вам не зашла тьма, то катла вам уж тем более не зайдет. Так как он еще медленнее в плане динамики и развития событий. Ну а если же вам зашла тьма, так же как и мне то попробуйте и этот проект Катла. Ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то поставьте свой мрачный и холодный лайк и подпишитесь на канал. И обязательно напишите в комментариях, будете ли вы смотреть этот сериал или все же пропустите. И если пропустите, то почему? Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале и ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Природа напоминает нам, что мы букашки. И что главное, тут она.